«Зверята». Группа «Алкуни» и компания «Рай» представляют. Автор сценария Серджио и Франческо Манфина. Совместное производство «Рай Фикшн» и группа «Алкуни». Заколдованный дом. Пнеус, мое терпение заканчивается. Запасись терпением, ведьма-ворона. Думаю, ждать придется очень долго. Канбалук, я ничего не понимаю. Если ведьма-ворона может запастись терпением, значит, я могу и запастись умом? Конечно, не вопрос. Ведьма-ворона, ты должна быть терпеливой. Заклинание готовится отлично, но на это нужно время. Пнеус, у тебя есть еще несколько дней, а потом на тебя обрушится мой гнев. Идемте, идиоты! Куда мы направляемся, Моби? Это заколдованный дом. Думаю, мы уже близко. Это просто как апельсин. Ура! Наконец-то мы поедим! Цилиндр, это не значит, что мы будем есть. Это значит, что это просто как раз, два, три. Но я не хочу считать, Дива. Ты заслуживаешь хорошего тумака, но я не буду тебя бить. Спасибо, Дива. Я не буду тебя бить, но заставлю его дать тебе тумака. Кого? Его. Теперь мне гораздо лучше. Продолжай, маленький волшебник. Раньше в заколдованном доме жили гномы. Но с тех пор, как они оставили дом, никто не может в него войти. Прости, но почему же ты сказал, что это простое здание? Ты меня удивляешь, Моби. Разве в твоих книгах не говорится о знаменитых магических заклинаниях? Конечно, говорится. Наверное, да. Возможно, я читаю, но не запоминаю. Лучше объясни. Если кто-нибудь в полдень встанет перед дверью дома, он увидит, как там возникает неизвестное волшебное заклинание, которое позволит открыть дверь. Но что мы должны взять, когда войдем вовнутрь? Наверное, это золотой свиток из гномьих шахт. Нет. Мы должны достать кольцо гномов? Нет. Что тогда? Мы должны найти один носок. Носок? Конечно. Тот носок, что последний гном забыл в доме перед отъездом. Будь это носок или рубашка, или шляпа, мы должны достать это как можно быстрее. Поторопитесь. А почему мы смеемся? Я не знаю, но это забавно, очень забавно. Что вы делаете? Прекратите! Вы смеялись, ведьма, и мы подумали, что... Вы не должны думать и не должны смеяться. Я единственная, кто имеет на это право. Еще раз услышу смех и превращу вас в два мохнатых ночника. Мохнатых ночника? Ну, таких не бывает. Канбалук, тебя тоже разбирает смех? Нет, ведьма, я не буду смеяться, обещаю. Зверята надеются войти в заколдованный дом. Но на этот раз я не только их остановлю, но раз и навсегда поквитаюсь с ними за их наглость. Пойдем, Канбалук, и возьми с собой Кункуна. Я имею в виду мохнатый ночник. Амброджио! Мадам, комната открыта. Фролло вас ждет. Я иду, Амброджио. Нам даже не нужно включать свет, ведь у нас и есть Кун-Кун. Отлично, мы здорово посмеялись. Но теперь пора подумать о зверятах. Фролло! Привет, ворона! Амброджио предупредил, что тебе нужна моя помощь? Конечно. Но наш план нужно держать в секрете. Отправимся немедленно. Я по дороге объясню, что нужно делать. Уверена, это, как обычно, злобная затея, ведьма. Но почему тебе нужна моя помощь? Фролло, ты ведьма магических заклинаний, известнейший знаток на территории тьмы. Мне нужны твои силы. Тогда чего же мы ждем? Вперед! Мы должны отомстить! Я так устала, Цилиндр. Возьми меня на руки. Нет, нет, ты нет. Дива, ты только что сбила меня с ног.
Назови хоть одну причину, почему я должен тебя нести. Потому что иначе ты получишь еще один удар в нос. Чего ты стоишь? Подойди, чтобы я мог взять тебя на руки. Нам еще долго идти. Безымянный видел дом. Это точно заколдованный дом, который мы ищем. Мы на месте, осталось дождаться полудня. Всего несколько часов. Ровно в 12 часов на деревянной планке над дверью появится волшебное заклинание. Произнося его, мы сможем войти и забрать носок гнома. Остается только подождать здесь пару часов. Замечательная пицца 4 сезона, как раз как я люблю. Я тоже голодный, можно мне пиццу Маргарита? Я уже понял, но прежде чем меня бить, дай мне доесть мой завтрак. Не волнуйся, Цилиндр, я и не собиралась тебя бить. Зверята там, ждут полудня, а нам пора приниматься за дело. Все ясно, ведьма. Спрячься за теми деревьями, а я сделаю, что нужно, и сразу присоединюсь к тебе. Мне жаль тех, кто нас смотрит, но это последняя серия «Зверят». Такая жалость. Мне очень нравился сериал «Зверята». Пошли! Почти полдень. Нам пора. Ты сделала все, что хотела, Фролла. Конечно, ведьма. Посмотришь, что будет, когда зверята произнесут магическое заклинание. Будет над чем посмеяться. Скоро полдень. Нам нужно прочесть магическое заклинание, которое появится над дверью. Подойдем поближе. Ну, я вообще не понимаю, что там написано. И неудивительно, ты никогда ничего не понимаешь, Цилиндр. Но я тоже не понимаю, и это странно. Очень странно. Заклинание написано на гномьем языке. Маленький волшебник, ты должен его знать. Конечно, я знаю гномий. Сейчас я прочту заклинание, и дверь откроется. Джихимбай, джихимбай! Ну вот, она движется! Ну что происходит? Вообще я не знаю, но нам точно лучше бежать! Тот, кто когда-то сказал «дом, милый дом», никогда не видел такого дома, как этот. Это так забавно. Скажи, Фролла, как ты это сделала? На заклинание, открывающее дверь, я наложила ужасное магическое заклинание. Зверята прочли не то, что нужно. Скорее, бежим! Меня зовут Патуфа, и я последний гном, покинувший этот дом. Это я написал заклинание, но что-то случилось. Ведьма Ворона, вот что случилось, это ее вина! Ведьма кто? Я позже объясню, нам нужно найти выход! Надо все это исправить, идите за мной! Я больше не мог этого терпеть. Он чуть не схватил нас. Что делать? Патуфо, мы зверята, и мы хотели попасть в дом, но когда мы произнесли заклинание, ну ты знаешь. Почему ты был здесь? Я пришел за своим носком, который забыл в доме. Кто эта ведьма, Ворона? Самая ужасная ведьма на территории тьмы. И это ее рук дело. Что нам делать? У меня есть план, но крайне рискованный. Хотите, я расскажу? Да. Ладно, подойдите поближе. Зверят больше не видно. Видимо, заколдованный дом проглотил их одним махом.
Мы с Фролло вернемся во дворец, а вы два мешка блох останетесь здесь подольше, пока дом не вернется на место. А если он вернется через 2 месяца, или через полгода, или год, или хватит. 2 года, или... Оставайтесь здесь и не спорьте. Дом, милый дом. Почему, когда нужна наживка, всегда выбирают меня? Будь паинькой, дом, будь паинькой. Если будешь себя хорошо вести, я дам тебе съесть красивый шкаф. Садовая голова! Вот и я. Отлично, безымянный! Постарайся опустить заклинание! Торопитесь! Через пару секунд оно исчезнет! Итирпа! Отлично. Простите, зверята, но это мой носок. Я прошел долгий путь, чтобы его вернуть. Но он нам нужен! После всего того, что произошло, ты не хочешь отдать нам вонючий носок? Я дам тебе... Прекрати. Если ты отдашь нам свой носок, мы дадим тебе этот. Он золотой. По рукам сегодняшнего дня я гном с золотым носком. Спасибо, друзья. Это было трудно, но мы справились. Мы ждем уже 10 часов и никаких признаков дома. Думаешь, он вернется? Конечно, вернется. Раз ведьма ворона так сказала, что ты боишься остаться ночью в лесу? Я боюсь. Никогда. Я только что набрался смелости. Поверить не могу. Зверята снова выкрутились. Но это в последний раз. Ведьма ворона победит! Ха-ха-ха-ха!